Эту игру я делал уже обзор. Я ее посчитал жуткой парашей. Это была игра на PlayStation 3. Надо сказать, что не на PlayStation 3, она не такой парашей кажется. Хотя точно такая же параша. Так сказать, говно, в общем, это на по-любому. Что интересно, мультиплеер не работает, хотя игра сетевая. Denial Tops, кто парашу эту выпустил? Зачем? Я не понимаю такое говно делать. Это, сука, какие-то эксперименты над человечеством в области геймплея. Не люблю второй раз обзоры делать, но это обзор, когда она в онлайн появился уже. Так. Сложность, какую ни выбираете, не имеет значения, потому что никто больше получаса в это играть не сможет. Я, наверное, уже говорил, но посмотрите на эти кривые ебалы Микки Маусов. Сука, которые стреляют из них, блять, хуй. Сука, пиздец, зеленый галстук и бегают. Они что, ебануты? Нахуй зеленые галстуки? Бля, как танк выехал, это пиздец. Хуже заставку я видел только Джагет Альянс 2. То есть не 2, а Джагент, сука, который современный, последний. Как бы игра вся качественная, а заставка настолько уёбышная, там, типа такой. Только там еще и прям наглую из клипартов прям засунуты критики и все. А, вот крутится, блядь, она еще и грузится, да? Пиздец, фильтр в фотошопе, блядь, мозаика, видели? БТР. Нет, это БМП. О, блядь. Знаете, как у них выделяется оружие? Вообще никаких шейдеров, ни освещения на них, никого. Текстуры даже нету. Ой, блядь, а на это уёбище посмотрите. Это еще заставка, типа, крут. А разрушение какое-то, прям какой-то Bad Company 2, нахуй, Battlefield 3. Да, видали, как ногой он выбил дверь? О, пиздец. Ну, блядь, отвратительное уёбище. Сейчас я геймпад подрубил опять. Сука, пиздец. Какое же уёбище, блядь. Типа, командный шутер, да? Надо переключаться между ними. В теории должен бы работать кооператив тут хорошо. Ну, блядь, это такое говно. Сука, блядь, ну это ебало, а? Сука, блядь, это, блядь, он из дома дебильных детей сбежал, а? Не, ну выражение лица, посмотрите, сука, тварь какая-то, а? Пиздец, говно, да? Его убить нельзя. В этой игре мы считали дырки, их около 20 уже. Стоит ли считать на этой версии, не знаю. Все-таки я решил посчитать дырки. Так. Давайте считаем дырки. Так, мне кажется, дырок больше. Смотрите, не исчезают. То есть мы, кажется, на пороге научного открытия. Блять, пиздец, дырки не исчезают. Это только на PlayStation 3, нахуй. Блять, они исчезают. Блять, а тут не... Это пиздец, блять, насколько игра круче на компе. Блять, они все-таки исчезли, суки. Нет, все-таки 30 дырок лимит, но все равно больше, чем в обычных играх. Блять, сука. Ну, блять, то есть реально такая игра... Серьезно, сука, дырок на одну треть больше, чем обычно. В Crysis всякие... Нет, в Crysis они все сразу исчезают после периода. Типа, блядь, ну неплохо, неплохо, так сказать. А выглядит картинка намного более приятнее, чем на PlayStation 3. То есть все сглажено, все качественно, ничего не глючит. Ну, правда, выглядит все равно как говно и воняет как говно. А звук, блядь, пой, блядь. Jaws 2 какой-то. И музон такой пошел боевой, говно тоже, кстати. Я боюсь дальше лезти, там уроды, полигонные уроды. О, тут можно статую разрушить. Но я тогда тоже это заметил. О, круто. Началось. О, баллон полетел, как жестко. Вы видели это уёбище? Видите, blanks down. You can't complete this mission alone. Спасай его. Сука, это такое говно, что пиздец. Видите, я переключился на второго. Очень умный, хитрый враг. Он боли не чувствует, похоже. Я пришел к выводу, что все-таки мышкой лучше тут стрелять. Тут какие-то глюки, он сам прицелы какие-то делает. Блять, у меня что-то там подключается. Ну и как тебя вылечить? Блять, у меня что-то глюки какие-то. Ой. О, он его колет наркотиками. Вот она вам. Демократия наркоманов. Пистолет с глушителями вещь. Текстурка говно. Полное говно. Все какое-то рубленное. О, блядь. А че оно так легко? О, блядь. Прям реальное дерево. Прям такой реализм, нахуй, пиздец. Блядь. Это вам не, сука, не PlayStation все-таки. Полезли.
Я опять упал. Сука, это невозможно просто ходить отвратительно в этой игре. Как можно умудриться делать игру, в которой не только отвратительно стрелять, но и просто вообще передвигаться? Ой, блядь. Тут над трупами можно издеваться. Хоть какой-то позитив. Я это еще говорил в версии PlayStation 3, когда обозревал. Собственно, можно дальше никуда не ходить. Можете, да если играть туда отсюда, да? Издеваться над талибами. Так. Вот так. Неплохо, неплохо. Мы трубы двигать научились. Но с места он что-то не двигается. Нет, двигаются конечности, он кого-то прибит гвоздями, да? Вау, удалось перевернуть его, обалдеть, сука, а? Блять, обдоленная игра, сука. Симулятор живодера. Опа, опа. Вау. Вау. Давай, 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 давай. Падай, 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 падай. Блядь, да, извини, я перезаряжусь. Вот так, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 еще немножко, давай. Давай, давай. Блядь, извини, я перезаряжусь. Давай быстрее. Давай, 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 блядь, сука, нет. Ты что, застрял, что ли? Что за хуйня? Он застрял. Как на второго переключиться? У него пулемет есть. Может, тут что выйдет? Так, мы переключились на этого имбецила. Так, имбецил, сейчас будешь стрелять у меня. Так, опыт номер 24 над пациентом. Так, давайте. Огонь. О, ну-ка, ну-ка. Ой, блядь. Сука, пиздец. Ну вы видели, сука, он упасть никак не... Блядь, невидимая стена, я сам могу. Блядь, я прикиньте, я тоже не могу упасть от невидимой стены, а? Пиздец, а? А ты чё радуешься тут, сука, блядь, зыришь, блядь, а? Да. Иди нахуй, а? Блядь. Ну, блядь, почему ты не падаешь, а? Почему? Ну, почему ты не падаешь? Ну, пойди, пожалуйста, может пробить можно эту стену, а? Аль-Шабдуль, братья, бивой. Не, ну все, в это играть нет, однозначно невозможно, просто невозможно. Смотрите. А какой тут комфортной игре можно интересовать, что труп даже не может упасть? Я не знаю. Ну давай, ну падай, пожалуйста, а? Сука, а, блядь, давай, блядь, хоть бочки расстреляем, блядь. Блядь, ну пизди, видали как, ой, блядь, реалистично она подлетела и загорелась, особенно какой огонь реалистичный, пиздец, аж. Он так в реальности и происходит. Да. Блядь, зысус пиздец, ребята, зысус пиздец. Тотальный пиздец, нахуй. Ну, блядь. Сука, что ж ты гад такой? Че ж ты творишь-то, а? Как, бля, какая сволочь, а? Ну, блядь, сука, блядь. Блядь! Да ты, сука, блядь! Блядь, ну хоть переворачивать, ну, блядь, научились. Блядь, ну, ты пиздец-то, да? Ой, блядь, че ты дергаешься? Тебя ебут, что ли, а? Сука, пиздец, смотри, дергается, сука, вообще нахуй. Блять, как таких дебилов набирают в талибы, а? Бля, о, смотрите, как он как круто зато отдыхает, да? Отдыхаем, чё? Надо же, в эту игру кто-то играет. Ого, нифига себе, там даже гранатометы есть. Это очень реалистично. Стреляй. О, музон какой крутой, типа. Эй, Аншабдуль, эй. Жалко, не слышно. Дэн-дэ-дэ-дэн, Аншабдуль. Дэн-дэ-дэн, Аншабдуль, Аншабдуль. Да, прям Джеймс Бонд какой-то. Но лучше. Блять, ненавижу Джеймс Бонда. Сука, такая хуйня лютая. Просто, сука, ублюдка какого-то, сука, ебанутого. Блять, сука. Нихуя себе, тут даже какой-то спецназ. Да, очень познавательный, интересный геймплей. Посмотрите на это. Угу. Да. Дебил. На тебе минусов, мудаку. Вот. Вот, собственно, вот он первый уровень. Ой, блядь. Пиздец, говно, а. Ага. Пиздец, какое говнище, а. Они дерганы все. Блядь, что же вы сдохли, козлы, блядь. Чтоб не мучились, а. Ну, сдохните, о. Правильно, так вам и надо, твари. Охуенная анимация движений. Прям аватар какой-то. И лица особенно. Прямо Лен Ойр.
Ой, блядь, смотрите, какая реалистичная игра актеров, актерская режиссура 90-х. А вот это, фу, бля, особенно задний план очень такой реалистичный, да? Напоминает декорации Абдулова в фильме «Бременские музыканты ЭКО». Смотрите, все, блядь, эпилептика можно стать от этой игры. Я уже стал. Аньша Абдуль, братья. И баран. Так будет с каждым. Видали, как полетел? Как Чебурашка. Вот он. Аньша Абдуль, братья. Вау, бом. Смотрите на эту панораму. Прям картина Айвазовского. Ой, блядь. Блядь, о, вот так тебе и надо. Сейчас мы еще тебе полечим. Потому что нам бабки платят за лечение, а потом снова убьем. Вот так вот. Медицина, нахуй. Барака Обама в действии. Коммунистическая. Аньша Абдуль, братья, Аньша Абдуль. Вы знаете, как он сгорел реалистично? Прям какой-то, нахуй, я не знаю. Блядь, пиропиздец. А это уже лучше, смотрите. Он прям врос в цветы какие-то, нахуй, посмертные. Мне кажется, эту игру добавили специально, чтобы люди делали бараклипы на баге этой дебильной игры. Потому что это, она выглядит просто комично. Смотрите, какая арктехника, она у них пиздец, рубленная вся, нахуй. Вот, тут еще и на танке можно ездить. Ой, блядь, пиздец. Такие спецэффекты, нахуй, сука. Блять, покруче, чем, блять, в Армагеддоне, нахуй. Сука, говно, а. Это что такое? Ой, блять, видали? Как реалистично-то-то, а? Нифига себе. И вылечить можно, прям как все по-настоящему. А вот вся тактика игры в действии, собственно. Ну, прямо они ведут как настоящие спецназовцы, так сказать. Они очень крутые и страдают комплексом Рэмбо. Тут еще и зимой миссия есть. Выглядит так же отвратительно. Аньша Абдуль, братья, и баран. Аньша Абдуль, братья, бью. В общем, думаю, все с этой игрой ясно. Бля, такое говно, а. Вот, Metacritic 58 поставила даже ей. Аньша Абдуль, братья. Но на PlayStation 3, надо сказать, игра более отвратно еще выглядит. Как и все игры на ней. Аньша Абдуль, братья, читайте Бибарана и делайте добро.